Покажи про этот шампунь, ну, пожалуйста. Давай. Так, его нет, да, у нас на наличие. Ну, вот, я его так покажу. Расскажи, что про него. Вот этот шампунь очень хороший. Тем, что волосы, у кого жирные, сухие ломки, все равно 2,5 дня они не будут жирными. А сейчас у тебя они жирнятся через сколько? 2,5 дня, потому что вот если только купить... Нет, я имею в виду на старом шампуне до этого. А, на старом все равно, на следующий день у меня опять голова. Вот, то вот, есть они вчера... потеют, то есть, да? То есть не так потеет, да, даже голова? Да, я вчера взяла себе, просто были в деревне, я себе шампунь другой нанесла. Не этот взяла, потому что я хотела свекровь показать, всем хотела показать. Я не взяла этот шампунь. Помыла голову, не хочу другим. Вот, что сейчас вот у меня с волосами, вот. И все уже слиплись, как бы. Все, да, да, вот и пот выделяется. А с этим шампунем? С этим шампунем. Смотри, а объем? Нету. А объем как? Ну, он обычный такой, ну, да? Да, как обычный, как обычный. Только эффект у него вот чистый, дольше есть. Слушай, классно. Я хочу климат-контроль, который вот он есть. Он действительно есть климат-контроль. Климат-контроль, да. Классно, да. А он и есть климат-контроль. Ну, все, мы поняли. Да, название шампуня с эффектом. Значит, я пойду, Людмила Ивановна.